Бензол, вызывающий рак, обнаружен в канализационной воде в китайском городе Ланчжоу. Эту информацию уже подтвердили местные власти. Почти 2,5 миллиона местных жителей массово кинулись скупать бутилированную воду, отказавшись от употребления жидкости из-под крана. По результатам экспертизы, в местной воде было обнаружено до 200 микрограммов бензола на каждый литр, тогда как безопасный для человеческой жизни уровень в 20 раз меньше. В городе перекрыли все трубы с, возможно, зараженной водой, а также добавили в жидкость активированный уголь. Он может впитать в себя все опасные химические соединения. По утверждению компании-поставщика воды, причиной появления бензола является промышленное загрязнение. Расследование инцидента продолжается. Ланчжоу считается одним из самых грязных городов в Китае.